Наш мир меняется. Технологии стали неотъемлемой частью этого мира. Стремительно наступает будущее, в котором у каждого беспилотного воздушного судна, как и у любого гражданина, есть свой личный паспорт. Беспилотное воздушное судно массой от 250 грамм до 30 килограмм, не прошедшее процедуру учета и находящееся в воздушном пространстве, является нарушителем. Эти гаджеты будущего созданы для полета, но не способны сами получить личный паспорт. Человек уже достаточно совершить простое действие, чтобы подарить этим чудо-машинам билет в будущее. В течение 10 рабочих дней со дня приобретения БВС необходимо подать заявление. Отправить заявление можно через портал учета БВС, портал государственных услуг, либо письмом в Росавиацию. Форма заявления различается для юридических, физических лиц и ИП. К заявлению приложить фотографию беспилотника. Фотография должна отображать всю видимую площадь БВС, позволяя провести идентификацию. Ваше заявление будет рассмотрено в течение 10 рабочих дней с момента получения. Учетный номер подлежит нанесению на корпус БВС до начала его использования и может быть нанесен любым из способов, обеспечивающих сохранность и читаемость номера при воздействии внешних факторов, а также в случае разрушения БВС. Учетный номер БВС должен быть различим явным образом и читаем без использования специальных оптических средств. Став владельцем собственного беспилотного воздушного судна, каждый человек откроет для себя совершенно новый и удивительный мир воздушной стихии, совершив уверенный шаг в будущее. Позвольте своим мечтам набрать высоту.